В Шымкенте задержали ученика, который якобы заминировал школу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Накануне школьник написал на своей странице в социальной сети сообщение, что он заминировал здание школы 87, и оно взлетит на воздух. В учебное заведение срочно выехали экстренные службы. Эвакуировать пришлось сотни человек, после чего саперы приступили к проверке. Взрывное устройство не обнаружено.